13 марта. С 14 до 18 часов во всех магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» города Челябинска фонд продовольствия «Русь» совместно с Челябинской епархией проводит благотворительный марафон «Корзина доброты». Покупатели могут приобрести продукты в магазине и передать их волонтерам. Из собранных продуктов будут сформированы наборы и переданы нуждающимся семьям и пожилым людям. Желающие могут принять участие в благотворительном марафоне в качестве жертвователя или волонтера. Чтобы стать волонтером, нужно заполнить заявку и пройти необходимую подготовку в фонде «Русь».